Программа утилизации затопленных судов на Камчатке по-прежнему не готова. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, который прибыл с рабочим визитом на Камчатку. Здесь он принял участие в совещании под председательством секретаря Совбеза Николая Патрушева. Как было заявлено на встрече, всего в дальневосточных акваториях затонуло порядка 400 судов. Они создают опасность для мореплавания и ухудшают экологию. Уже много лет уже даются многократные поручения правительства и Минпрома, и Минприроды, но программы так и не существуют. Надо просто создать программу и заниматься этими вопросами, надо эти суда поднимать, утилизировать. Губернатор края Владимир Илюхин отметил, что региональное правительство уже обратилось за поддержкой к федеральным властям с тем, чтобы возобновить работы по очистке акватории Авачинской бухты от затонувших судов и их фрагментов. Он добавил, что в скором времени будет рассмотрен вопрос об обязательном страховании судовладельцами рисков ответственности, которые возникают из-за причинения вреда окружающей среде, затопления, подтопления и утилизации судов.